что, блин? Давайте уже результат. Сегодняшние гонки получат памятные дипломы, и нам очень хочется запечатлеть всех вас на общей фотографии, которая станет страничкой гоночной картинговой истории России и Sony World Series у нас в стране. Зачетки банков завоевала команда «Газпромбанк». Спортивный директор, главный организатор «Sony World Series» в России Юрий Минь Ставроски вручает соответствующие награды. Ну и советский директор «Катадол» Майя Борисовна, руководитель сегодняшней гонки. Второе место завоевала команда «Мособлбанк». Все силы отданы борьбе с трудом. Трудом выползает на вторую ступеньку пьедестала почета «Мособлбанк». Всего два этапа провели они в Sony World Series в прошлом году, но при этом быстро вторглись в лидеры. И вот сегодня с первого этапа супермарафона они на второй позиции. Спортивный директор Юрий Евгеньевич Ставроски вручает им заслуженные награды. Ну а директор «Катадола» моя Сергей Шепелев, сверкающий кубок. Ну что ж, в банковском зачете лидером стала команда «Зенри Моторспорт». Зенри, это, видимо, они генерируют моторспорт. Получилось очень неплохо. И в результате в банковском зачете они победители. Но мы еще увидим сегодня эту команду. Подняли кубки, знамена, все, что там у вас есть, улыбнулись. Это призеры и победители банковского зачета Sony World Series. Первый этап супермарафона гоночного сезона 2014. Далеко у нас никто не уходит, но пользуемся для этого водителя. Упорнейшая борьба, которая была у нас на трассе в абсолютной зачете, наверное, еще ждет своего летописания. И у нас, к счастью, есть вся запись видеотрансляции, так что, я думаю, можно будет это пересмотреть все 12 часов борьбы. Итак, третье место, абсолютный зачет, команда «Фризанте». Бронзовые медали на шее героев. Второе место в абсолютном зачете. И эту команду мы сегодня здесь уже видели. Это «Дженри Моторспорт».
Так, раз, раздвиг. Спасибо, не могу. Подожди, только шампанское. Ну что ж, и пока у нас Амедаевы серебро, команда «Дженна Моторспорт». Фальстарт! Минус одна гонка. Финализация. Ну что ж, приглашаем на самую верхнюю ступеньку пьедестала почета в абсолютном зашедшем Сквадра! Так, у нас на самом деле идет онлайн-трансляция. И копии видеоматериалов ГИБДД Московской области. Значит, теперь просьба всех участников, которые стартовали и финишировали, а кстати, нет ни одной не финишировали. Парни, а вы не побеждайте! Пилоты, победители, побеждайте! Все, закончим! Она хочет сейчас! Не хочет! Я хочу безобразить. Ой, дед открыл. Друзья, дипломы. Кто не получил дипломы? Так, вы получили. Все с кубками на пьедестал, все остальные рядышком для общей групповой фотографии. Только ради Ирины. Бесценная страничка гоночной истории России. Картинговая история России написана вами, дорогие наши пилоты. Прекрати! Гидравлические шутки закончили! Просьба менеджеров команд, призеров и победителей подойти к директору картодрома Сергею Шипову. Первый, второй, третий место. Давай. Что, опять стираться? Давай.